Добрый вечер всем. Я хочу вам сейчас что-то рассказать. Я не знаю украинского языка. Я знаю, что много украинцев сейчас в Польше. Но я говорю по-русски, поэтому по-русски я расскажу вам что-то. Я вам хочу рассказать, зачем мы здесь, я и мои друзья. Мы верующие люди, мы родились свыше. Родились свыше, значит, мы знаем Иисуса. Он наш Господь, Он наш Спаситель. И Он может стать тоже твоим Спасителем, потому что Он умер на кресте за всех. Он умер на кресте за каждого человека. И каждый человек может найти настоящую жизнь. Настоящая жизнь – это Иисус. Он любит тебя. И в Нем есть каждый ответ. В Нем ответ на каждую нужду. Если нуждаешься в исцелении, ты можешь получить исцеление. Если нуждаешься в освобождении, ты можешь получить освобождение. А прежде всего, в Нем есть спасение. Если ты придешь к Нему, то будешь без опасности, и когда умрешь, пойдешь на небеса. Он источник жизни. Нету другого источника жизни, нету другого настоящего источника жизни. Только в нем жизнь, только в нем спасение. Мы здесь, потому что мы это пережили. Я лично пережила это в моей жизни. Просто Иисус открыл себя в моей жизни, как источник жизни, как Бог силы. Я поняла, что сила, которая в нем, она намного больше, чем это все, что предлагает сатана. Сатана, он маленький-маленький. Даже он как пыль. Он как пыль. А Бог — это огромная сила. Он святый, но Он любит тебя. И потому что Он любит тебя, Он стал человеком и умер на кресте. Его распяли, чтобы ты мог получить жизнь, если захочешь. Потому что ты решаешь. Бог снял уже все. Он делал все. Он стал человеком, Он умер за тебя, Он воскрес, Он победил смерть и пошел на небеса. А сейчас ты решаешь. Хочешь ли ты это принять или нет? Если ты это принешь, если ты поверишь, что Он Спаситель, и что если ты попросишь Его, чтобы Он стал твоим Спасителем и Господом, ты спасешься. Ты тогда спасешься. Но ты решаешь, если ты хочешь это, ты можешь это иметь. Просто поверь. Ты скажи Ему: Иисус, ты будь мой Господь, ты будь мой Спаситель. И все, потому что Он верный, и Он придет к тебе. Он придет в твою жизнь, если ты того захочешь. Если нуждаешься в исцелении, можешь прийти к нам, мы можем помолиться с тобою, ты получишь исцеление. Если ты нуждаешься в освобождении, мы тоже можем помолиться с тобою. Я хочу вам еще одно сказать. Иисус возвращается на эту землю. Сейчас время благодати, и ты можешь покаяться, ты можешь прийти к Нему. Но потом, когда Он вернется, будет уже слишком поздно, потому что Он вернется сюда, как царь царей, как судья. И Он вернется сюда, чтобы судить этих, которые не приняли Его. И это будет очень серьезная обстановка. Лучше не... Ты лучше сейчас приди к Нему, ты кайся сейчас, не жди этого момента, потому что тогда будет просто страшно, это будет страшно. Сейчас есть время благодати, сейчас ты можешь прийти к Нему и принять спасение, потому что это даром, это подарок от Бога. Спасение даром. Спасение даром. И я желаю тебя, чтобы Дух Святой открыл твои глаза твоего сердца,
чтобы ты это, что слышишь, принял. Я этого желаю тебе.